Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Собственное обустроенное жилье в Звенигороде станет для Ксении, Дианы и Никиты дополнительной почвой под ногами для успешного жизненного пути. Ни в коем случае ничего не бойтесь. Все преодолеете. Главное — верить в себя, верить в свои силы, верить в своих родных и близких людей. Я вас поздравляю. Хочется, чтобы квартира и ваш этот дом для вас была надежной опорой, чтобы там восстанавливали свои силы, мечтали, творили, ну и, конечно, создавали свои собственные семьи. В столь значимый день поддержать ребят пришли родные и близкие. Сами же новоселы уже в предвкушении самостоятельной взрослой жизни. Я уже мысленно думала, где, куда, что поставлю, что куплю. Может быть, что-то сменю или оставлю. Это все-таки очень рано иметь свою квартиру и очень ответственно. Я получил квартиру в Звенигороде. Там красиво, недалеко Москва-река. Вот. И, по сути, там можно спокойно отдыхать, там ездить на выходные или там жить. Там уже почти все сделано за меня. Там, получается, обоев нету, там стены крашены. Вот. Покрасили хорошо, красивенько все. Осталось только завести мебель. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в округе в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в 2023 году за счет средств Московской области 15 ребят получат собственные квартиры. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».